Мир вам, братья и сестры. Давайте вместе дружно скажем слава нашему Господу за то, что милость Его еще проливается на нас каждый день, за то, что мы можем сегодня прийти сюда, в этот благословенный день, отделенным Богом, и прославлять Его имя, величать с народом Божиим. Аминь. Желание моего сердца сегодня поговорить о Царстве Божьем. Почему я выбрал эту тему, почему она лежала у меня на сердце? У меня задался такой вопрос, и я бы хотел каждому сейчас сидящему тут задать. Поднимите руку те, кто не хочет попасть в Царство Божие. Нету таких. Все хотят попасть в Царствие Божие. Из-за этого наш Спаситель Иисус Христос, Он проповедовал о Царстве Божьем. Он говорил притчи о Царстве Божьем. Также апостолы, 12 учеников Его, все говорили о Царстве Божьем. Я бы сегодня хотел затронуть пару таких притч, которые оставил нам на священных писаниях наш Спаситель Иисус Христос. И первая притча, о которой я бы хотел поговорить, это о 10 девах. Эта притча записана в Матфея, 25 главою, с 1 стиха по 13. Будем читать и вместе вникать. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним в брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». В этой притче мы видим то, что фигурируют две вещи. Это светильник, который должен гореть, и масло, которое должно, чтобы огонь возгорал в нем. Давайте допустим то, что возьмем так пример, то, что этот светильник, этот огонь, это каждый из нас, это мы. Но что тогда является масло для нас? Я бы хотел напомнить нам те слова, ту историю, все мы ее помним, когда наш Спаситель Иисус Христос был введен в пустыню, 40 дней он постился, и тогда у него был диалог с дьяволом. И дьявол ему говорит: «Возьми эти камни и преврати себе в хлеб». Но наш Спаситель сказал такие слова: «Не одним хлебом будет питаться человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих». Я этим хочу сказать то, что Слово Божье и есть для нас масло, которым мы возгораем, которым мы будем гореть. И если мы читаем Библию, а Слово Божье написано в Библии, в Святой Книге Его, если мы читаем это Слово, мы в этом Слове поучаемся, то мы будем гореть, потому что масло для нас есть Слово Божье. Следующая притча, которая лежит у меня на сердце, она тоже о Царстве Божьем. Это о работниках винограде. Все мы, наверное, эту притчу знаем, но я бы хотел бы ее для нашего общего назидания прочитать еще раз. Матфея с 20 главы, с 1 стиха по 16. «Ибо Царство Небесно подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище, праздно».
и сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесших тягость дня и зной». Но он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли мы ты договаривался со мной?» Он же в ответ сказал одному из: «Возьми себе и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завидлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». В этой притче мы видим то, что тут были работники, был хозяин этого винограда. Он договорился из первых рано поутру за динарий, за плату. И когда он выходил в разное время, и он находил, и он звал, и говорил, что следовать будет, я дам вам. Я бы эту притчу взял бы тоже, то, что эти работники, виноградники – это каждый из нас. Кто-то начинает трудиться Богу с раннего детства. Кто-то начинает трудиться Богу уже в возрасте. Кто-то в своей старости уже, в поклонных летах. А кто-то и перед смертью, как также есть в Новом Завете, если мы помним, когда наш Спаситель висел на кресте, с ним висели и 2 разбойника. И один из этих разбойников перед смертью, он спасся и наследовал Царствие Божье. Я бы хотел эти 2 притчи подытожить. Первая – это 10 дев, 5 которых разумных, 5 которые неразумных. Я думаю, что мы все хотим оказаться в 5 разумных этих девах, чтобы у нас было масло. И я бы хотел прочитать одно место, которое об этом говорит. Это Левитам, 1 глава, 8 стихе. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Мы видим то, что в этом месте оно и говорит, что нам стоит поучаться в ней день и ночь, утверждаться свое, потому что это и есть масло, чтобы мы горели. Это и есть то масло, которое нас возгорает, чтобы мы горели, чтобы мы были полные, когда придет то время, чтобы мы не опоздали. И во 2 притче говорится то, что всех нас ждет плата, ждет спасение. Плата – это есть наше спасение, за которое мы тут трудимся, за которое мы трудимся на ниве Божией. Кто-то начинает трудиться с детства, кто-то приходит с раннего, но у всех есть плата, это плата спасения – оказаться в Царстве Божьем. Желание сердца моего закончить эту проповедь одним из мест. Это место из Нового Завета, Матфея 25 главе, с 31 стиха по 34. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его:
«Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Я думаю, то, что все мы хотим оказаться по правую сторону. Все мы хотим быть теми, которым скажет Царь, который скажет: «Войдите в обители Отца Моего», которые уготованы нам от начала всего мира. Я думаю, у каждого есть такое желание. И в этой предстоящей молитве я хочу, чтобы мы, просматривая свою жизнь, может, где мы еще не таковы, может, где мы поступаем неправедно, может, как брат, читавший прежде меня, может, мы не даем ту доброту людям, может, мы не свет этому миру, мы еще не светим, как быть примером. И в этой молитве пока еще не поздно, пока еще у нас есть время, я бы хотел, чтобы мы молились каждой своей жизни, вникая в нее, и где мы можем себя исправить. Аминь.